Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сегодня я вам расскажу, как связать подушку паучок. Начинаем вязание нашей подушки с того, что составляем выкройку. То есть мы с вами сейчас нарисуем все детали, иначе очень сложно будет все это рассчитывать. Сначала, конечно, нужно все нарисовать. Итак, размер нашей подушки. Диаметр 26 сантиметров, радиус 13. Ну, поскольку эта схема, подушка такая игровая, я ее делаю маленькой. Если вам нужен какой-то конкретный размер, вы делаете тот диаметр, который вы хотите. На стул, на диванчик положить или просто подарить в качестве подарка. Итак, у меня диаметр 26 сантиметров. И первое, что мы делаем, определяемся с размером центральной части, с нашим паучком. Паучок не должен быть огромный, он не должен быть пугающий, он маленький. Я думаю, что... Но при этом он должен быть такой, чтобы его можно было легко связать. То есть, если деталь будет совсем маленькая, ее тяжело вывязывать. Но я думаю, что диаметр 6 для паучка более чем достаточно. Так, 3 сантиметра мы делаем радиус для вывязывания паучка. Вот такого он будет размера. Этого достаточно. И сейчас мне нужно из этой конструкции создать пятиугольник. По большому счету мне нужно нарисовать звезду. Моя задача найти середину радиуса. Это 1,5 сантиметра. От 1,5 сантиметров я откладываю сторону радиус у меня 3, и вот в сторону я откладываю 3 сантиметра. У меня получается небольшой сдвиг, и вот отсюда уже до ближайшего центра, сейчас перпендикуляр проведу. Мы измеряем расстояние. Оно такое, кривое, косое получается. Это и есть то, что наш круг делит на 5 частей. Раз, два, три, четыре. И проверяем ровно 5. То есть мы с вами поделили нашу окружность на 5 частей. Это и есть звездочка, это и есть наш паучок. Еще раз делим радиус. Находим середину. От этой середины откладываем радиус в сторону. Получается немножко сдвинуто относительно центра. Мне вот это вот расстояние нужно. И уже от точки, которую мы получили, до ближайшего угла измеряем расстояние, получаем наше искомое значение. То есть теперь мы спокойно делим на 5 частей. Мы получили паучка. Это наша первая деталь, которую мы с вами будем вывязывать. И относительно вот этой первой детали мы будем рисовать все остальное. У меня есть центр, у меня есть грани. Теперь могу четко, спокойно провести от середины до каждой грани линию через уголок. То есть мы таким образом с вами определяемся с размерами следующих деталей. То есть размер каждой детали начинается вот здесь, и каким-то образом он будет закончен снизу сверху. Итак, можно найти середину каждой части. Ну, давайте нарисуем на одной. 15,5. 7,75. Ну, или вот так вот. 15. 8. Вот наша середина. Это середина детали. Определяемся с тем, какой ширины у нас будет центр. Потому что уголки идут у нас по краям между деталями. Сейчас мы вырисовываем среднюю детальку. Она не обязательно должна быть маленькая, она не обязательно должна быть большой. Вот пускай будет 3,5-7 сантиметров. Так, 3,5 это середина, и дотрагиваюсь семеркой и единичкой до линии. Получается вот моя линия с
коэффициентом 3,5. Дальше моя задача определиться, какой высоты теперь у меня будет эта часть. Ну, сколько я хочу отпустить на цветочки. Вот так вот, наверное, будет достаточно. Вырисовываю вот этот радиус. Ну, желательно, конечно, чтобы он... Вот 10 сантиметров, отлично. Чтобы он какое-то четкое количество сантиметров составлял, иначе будет потом тяжело считать. Все, мы прорисовали наше изделие. Собственно, вот оно и есть. Вот это вот вторая деталь. И сейчас мы нарисуем третью деталь точно таким же образом. Делим полотно пополам. Здесь у нас было 3,5-7. Единичкой, нуликом и семеркой мы опираемся на окружность. 3,5 у нас на середину части. И получается вот третья деталь. Таким образом вывязывается. Итого, первая деталь у нас паучок. Мы его сейчас обведем, мы его сейчас переведем на лист клеточку и нарисуем. Вторая деталь. Вот она. Это, собственно, паутинка. Разрисовывать паутинки мы будем тоже уже на бумажке в клеточку. Если все это не разрисовать, вот так вот четко не уложить в плоскости, то у нас будет очень сложно эту подушку сделать плоской. Она у нас не ляжет. И третья деталь. Вот такие детали мы с вами должны провязать. Подбираем пряжу. Паучок у меня будет рыженький, паутинка серенькая, небо голубое, ну и травка зелененькая. Можно такую, можно более ядерную зеленую. У меня такой хороший яркий цвет. Если вы хотите ярко, то пускай будет поярче. Итак, вот разобрались с цветами, с цветовой гаммой, разобрались с выкройкой. На самом деле, видите, все очень просто. Самое сложное — это нарисовать вот этот пятиугольник. Но если вы когда-то в школе рисовали звездочки, то, собственно, вот это вот и есть звезда, знак качества. Пятиугольник. Все. Относительно этого пятиугольника мы вырисовываем углы, и уже на них изображаете те фигуры того размера, которые вам понадобятся, понравятся. Вы можете эти детали разделить еще на какие-то части. Самое главное — правильно распределить их по плоскости, на плоскости, и правильно перевести на бумагу в клеточку и правильно рассчитать. Сейчас я беру бумагу в клеточку, обычный тетрадный листок, переношу на него вот эти наши все три детали и будем считать. Не забудьте, что центральная вяжется 1, 5 деталей больших и 5 деталей маленьких уголочков. Потому что мы сделали пятиугольник. Если здесь будет шестиугольник, семиугольник и так далее, то, соответственно, количество деталей у вас увеличивается. Можно вообще четырехугольник, но мне кажется, это не будет красивым. Все, переводим на бумажный листочек, на тетрадку, потому что там есть клеточки. По клеткам считать гораздо удобнее. И делаем расчет нашего полотна. Перевели картинку. Получается, у меня основание 7, верхушка 3,5. Общая высота 10, 5,5. Верхняя часть 4,5, нижняя. Они не одинаковы. И общая длина 12, то есть 6 здесь и 6 здесь. Это все сантиметры. У меня есть петельная проба, 2,67 петли, 3,64 ряда на 9,1 точка. Это Сильверит 840, у него такая плотность. Так, 7 сантиметров — это основание. Это значит, что 7 я умножаю на 2,64, у меня получается 18,48, 19 петель. Но учитывая, что у меня еще на сшивание пойдет, делаю 20 петель. Общее количество рядов 10 сантиметров, умножить на 3,64, 36 рядов. Вот они, от 1 до 36. Сейчас расскажу, что это такое. 4,5
умножить на 3,64 это 16. Ну и перепроверяю. 5,5 умножить на 3. 5,5 умножить на 3,64. 20, 20 и 16, 36. 6 сантиметров это петли. 6 умножить на 2,67. Так, 6 умножить 2,67. 16 петель. 16 плюс 16 это 32 петли в общем. Значит, у меня должно получиться 32 петли. Теперь смотрим. Так, 3,5 по верху. 3,5 умножить на 2,67. 9,3. Пускай будет 10. 10 петель у меня должно остаться сверху. Смотрим по углам. От 7 сантиметров, то есть от 20 петель изначально, мы должны прибавить 2,5 сантиметра. Это 7 петель. Так, 20 плюс 14. Так, получается нет, 6 петель. Раз всего 32, извиняюсь, 6. Значит, за первые 16 рядов мы должны плюс 6 сантиметров. Плюс 6 петель, простите. И за 20 рядов, которые у меня остаются, мы должны убрать 4 и 2 умножить на 2,67, 11 петель. Так, перепроверяю. 10 плюс 11 и плюс 11, 32. Значит, все правильно. Минус 11 петель. Что мы выяснили? Набираем 20 петель. За 16 рядов прибавляем 6 петель. За 20 рядов убираем 11. Все. 16 делим на 6. 2,5. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. На глазок. Так, сейчас положу ножки, потому что мне на столе все это... Рисуется 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это мы делаем прибавки. И за 20 мы должны убрать 11 петель. Получается, что каждый ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 11 у нас... Ну, просто через каждый ряд мы делаем убавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 у нас убирается на последнем ряду. Собственно, вот самый простейший расчет. Элементарнейший. Моментально рассчитывается вот такая сложная деталь. То же самое со второй. Общая длина 4,5 это 9 сантиметров. Всего мы должны провязать 9 умножить на 2,67. 24 петли. 24 петли. Общая длина 3 сантиметра, 11 рядов. То есть за один ряд, за 1 сантиметр мы должны плюс 24 петли. И за все остальное минус 24. Так, простите, не 24, конечно, а 12 пополам. Минус 12 и минус 12 петель. Это ж общее. Минус 12 и минус 12, да. 12 петель и 12 петель. Итого. За каждый уголок вот от точки начали, добавили 12 петель в одну сторону, 12 петель в другую сторону за 4 ряда. И за оставшееся количество рядов за 2 сантиметра убрали от точки до точки. Все очень просто. 12 петель за 2 раза, это плюс 6 плюс 6, потому что мы через ряд добавляем. И за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 2 недели, ну пускай будет 12 рядов, потому что мне нужны четкие фазы. Если деталька будет чуть-чуть больше, это не страшно. Хуже, когда она меньше. Вот этот ряд уйдет у нас на сшивание. За 6 раз мы убираем 12 петель. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Минус 3 петли каждый раз.
Самый простой расчет. Сейчас будем вязать, и вы это увидите еще более наглядно. То есть плюс 6 плюс 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мы выходим в одну точку вязать. Будем частичным вязанием. Это удобнее, чем просто закрывать и открывать петли. Все, вот эти две детали мы их провязываем. Потом по такому же точному принципу рассчитываем центр. Я его не нарисовала, сейчас мы провяжем эти детальки и потом провяжем центрального паучка, он самый простой. Так, этих деталей 6, этих деталей, ой, простите, 5, этих деталей 5. Это голубые, это зеленые. Пять штук зеленых, 5 штук голубых. Теперь, что касается паутинки. Паутинка должна быть провязана в процессе. Для этого мы должны определиться, в каких рядах мы ее будем вязать. Лучше это делать вот здесь, на расчете. Через каждые... Ну, тут, наверное, на самом деле вообще без разницы, через сколько рядов, потому что мы будем провязывать по одному ряду. Если бы по два, каретка раз-два проехала, мы берем нить обычную. Нам придется переводить каретку назад, потому что провязывать будем по одному ряду. То есть детали не так просты. И можно определиться, где мы будем начинать. Можно не с самого начала, вот середина первой детали. Это где-то вот с восьмого ряда у нас начинает первая. И дальше, например, каждый четвертый или каждый пятый ряд. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Вот такие вот у нас будут паутинки, на которых будет сидеть наш паучок. Вот каждая рисочка – это провязка серой пряжей. Ну вот давайте пойдем вязать эти две детали. Потом мы свяжем паучка. Он получается самый простой, потому что в нем нет ни вставок, ни частичного вязания. И нам будет уже оформлять подушку. Сначала провязываем зеленые уголки. Берем зеленая бросовая нитка, один ряд катушечный для того, чтобы у меня были хорошие петли, для того, чтобы не надо было поддерживать основную нить. И начинаем набор. Набор буду делать обычным обвивом. Особенность такова, что я опускаю, видите, нить практически до пола. Вот у меня машина стоит, для вот этой детальки нить опускаю практически до пола, потому что этой же нитью я буду делать закрытие петель. Ну так удобнее, чтобы было меньше узлов. Опустила нить практически до пола, на полу стоит у меня грузик, и делаю обычный обвив на 24 иглы. Как мы посчитали, 12 и 12. Вот на эти 24 иглы я делаю обвив. Это начало вязания. Бросовая нитка держит грузики, чтобы у меня вязание не деформировалось. Катушечная нитка дает возможность делать хороший набор, не обращая внимания на бросовую нитку. Кто-то использует кордовую нить, я использую катушечную, мне это нравится. Итак, набрали 24 петли, счетчик обнулить и провязываем ряд. Так, не нужно больше. Провязали. Теперь, смотрите, вот эту петлю, иглу крайнюю, я ставлю в переднее положение. Чем меньше у меня провязок с краев, тем лучше. Рычаги частичного вязания включаю с двух сторон. Обязательно. Ставлю 6 игл в переднее положение, потому что провязать я должна на этих 6 иголках. То есть я вяжу внутреннюю часть. Но поскольку я не хочу рвать нить, я делаю провязку на всех иглах до крайних 6. Обвила. Эта игла как стояла, так и стоит за счет того, что я выставляла иглу вперед. На ней не было лишнего ряда провязано. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итого 6 с одного края, 6 с другого. Обязательно обвили иглу, стоящую в переднем положении. Обвили иглу, стоящую в переднем положении. Ставлю 6 игл в работу. 6 игл в работу. У меня на счетчике 5 рядов. Это как раз то, что мы хотели. Вот у меня пятый ряд. Из пятого ряда я начинаю делать убавки по 3 петли с каждой стороны. 3 петли с противоположной стороны от каретки. Обвиваю.
3 петли с иглы с противоположной стороны от каретки. 3 иглы с противоположной стороны от каретки. То есть частичное вязание всегда выполняется через ряд. 3 иглы. 3 иглы. 3 иглы. 3 иглы. На последних трех иголках провязываю. Все, у меня 12 рядов, провязка закончена. И вот эту нить, которая у меня здесь находится, я просто обрезаю. Цепляю на грузик рабочую нить, чтобы она не убежала. Эту нить опускаю. Она, кстати, будет у меня исполнять роль центра. То есть, когда я буду вшивать уголок, я буду четко знать, где у меня центр. Потому что четко на уровне, на середине у меня висит ниточка. Снимаю лишние грузики, чтобы они мне не мешали. Достаю вот эту длинную начальную нить. И не делая лишних провязок, они здесь совершенно не нужны. Обычно мы сбиваем петли частичного вязания. Здесь они не нужны. Подтянули нить начальную, потому что не нужен острый уголок. И этой же нитью, с которой мы начинали, закрываем весь ряд. Прямо вот через все эти обвивы, через все обкруты, все, что мы с вами делали. Нить, которая висит у меня посерединке, является центром. Эти петли никуда не распустятся, никуда не денутся. Ну, можете завязать узелочек, можно даже не завязывать, потому что эта петля не денется уже никогда и никуда. Вот я ее закрыла, все, она не распустится, не убежать у меня физически не сможет. Более того, мы эту петлю, которая мы зашьем вот этот ряд, который я сейчас закрываю в шов, и эту ниточку можно даже и вообще забыть о ней. Она будет центром, больше от нее ничего не надо. Ой-ой, поторопилась. Все. Снимаем грузики. Снимаем деталь. Вытаскиваем катушечную нитку, убираем бросовую. У меня готовая деталька, которая четко соответствует размеру того, что мы с вами нарисовали с остренькими краешками. Вот она. Самое главное, вяжите все время одинаково, то есть не меняйте вверх-вниз, потому что начальный ряд объем и конечный ряд закрытия косичкой, они сильно отличаются, и мы точно будем знать, что у нас низ там, где обвив, вверх там, где косичка. И вы никогда не запутаетесь. Вяжите еще 4 таких детали, и будем вязать с вами уже паутинку. Вяжем детали в паутинке. Для этого выбираем голубую нить, потому что паутинка на фоне неба. Вот такая задумка. 20 петель основания. Все делаем четко по расчету. Как нарисовали, так сейчас и будем провязывать. Делаю набор обвивом. Косичка, обвив, любой набор подойдет, кроме быстрого набора, который может давать стяжку и который тяжело сшивать потом аккуратно. Сделали набор. Счетчик обнулить. И смотрим порядок действий. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть прибавка в третьем ряду, прибавка в шестом. В восьмом ряду у меня пойдет восьмым рядом уже паутинка. На девятом я делаю прибавку. Все хорошо, но вот на 13 и на 9, когда у нас прибавка прямо с паутинкой, есть нюансы. Если мы будем делать прибавку после паутинки таким способом, как делаю я, у нас собьется паутина, вот этот рядок. Может быть, это и не страшно, но мы не будем делать сбой даже вот в самом уголочке. Поэтому сейчас делаем прибавку на третьем, на шестом. И в восьмом ряду делаем паутинку. Вот так, счетчик на нуле. Раз, два, три. Делаем прибавку. Прибавку я делаю декерную одновременно с двух сторон. Это гораздо удобнее, чем простая классическая прибавка, когда мы выдвигаем иглу в переднее положение. Удобнее только в том плане, что у нас нет
больших протяжках по боку. Быстрее просто выставить иглу, но практичнее именно для подушки, никаких протяжек, потому что иначе на сшивание мы получим неудобный край. 3 ряда, 4, 5, 6 прибавка. Я декерные прибавки и убавки делаю одинаково, с двух сторон одновременно, это удобно, чтобы не запутаться, у нас слишком много операций на слишком маленьком объеме. Поэтому, если я буду по очереди все это выполнять, я попросту запутаюсь. 7. На восьмом ряду у меня начинается паутинка. Я что сейчас делаю? Убираю нить из нити водителя. Беру серую нить. Вот она. Зажимаю ее струбцины. Если у вас нет таких струбцин, привязывайте к машине. Вставляю в нити водитель и, держа рукой, провязываю один ряд. Отрезаю нить. Со второй стороны точно так зажимаю грузиком. И все, эти нити у меня уже никуда не деваются. Каретку возвращаю обратно. Вставляю нити водитель, подтягиваю ее. Все, у меня машина готова. У меня провязано 8 рядов. На девятом я делаю прибавку. 9. Так, ну что тут может быть засадного? Конечно, надо было сейчас в качестве девятого ряда взять и... Ну, давайте на десятом сделаю. Либо делаю прибавку и таким вот хитрым способом, просто накидывая петлю из предыдущего ряда. Здесь прибавку делаю, выставляю петлю и делаю обвив. Все. Так, дальше что у меня следующее? В 11 ряду я делаю прибавку. 10, 11. Тут все просто, стандартно. Все, что мы сейчас с вами прибавляем, уйдет в шов. Поэтому ничего страшного в этом нет. Вот. Такой прибавки. Самое главное мне было сохранить вот этот ряд паутины. Так, 11, 12, 13. А 13 ряд уже паутина. Вот она, 13 ряд. И прибавка, и паутина. Поэтому я сейчас буду делать паутину, рядочек. Вынимаю нить из нити водителя. Снимаю грузики прошлые серые нити, зажимаю новую серую нить, вставляю ее в нитеводитель, провязываю ряд. Отрезаю серую нить, зажимаю ее струбциной, возвращаю каретку назад. Вставляю нить в нитеводитель, зажимаю. И что теперь мне? Выставить одну иглу, накину на нее серую, выставляю вперед еще одну иглу, накидываю на нее серую нить. У меня получилось две прибавки. 13 на счетчике. Следующий 15 ряд. 13, 14, 15. Делаем прибавку. Я беру петлю изнутри полотна, а не сбоку для прибавки. Ну, мне просто физически проще. Из натянутых петель сложнее доставать. Так, ну, то, что отходит, можно было бы и сразу завязать, а можно потом завязывать эти от петли крючком. Затянули. Сделали петлю. Зашили. Так, 16 ряд. По нашему расчету 16 рядов у нас идет до самых крайних точек. Вот они, боковые, самые сильные, самая широкая часть. Следующий ряд уже пойдет убавка. Для того, чтобы при сборке деталей мне вот эту точку не потерять, я беру контрастную, любую вообще нить, абсолютно любую, ну, чтобы она отличалась от основного вязания, и делаю метки на 16 ряду. Метки я вокруг крайних петель
завязываю узелки. Один раз, много не надо, один раз, чтобы легко было снять и метка не слетела при вязании и тепловой обработке. Семнадцатый ряд у нас идет уже убавка. 17 ряд убавка, а 18 уже серенький. Так, 17 ряд убавка. Убавки делаю традиционно декерные. Раз, два, двух сторон. Вот убавки можно делать и на сером, и на синем, на каком угодно. Это не повлияет на качество паутинки. Прибавки делать нельзя, забирая из предыдущего ряда. Обычные обвивные прибавки делать можно. Итак, 18 ряд паутинка. Из нити водителя вынимаю нить. Достаю грузики, зажимаю серую нить, вставляю нитеводитель, провязываю ряд, отрезаю нить, зажимаю грузиком, поднимаю крышку, перевожу каретку. При таком способе перевода каретки у меня счетчик не работает. Это очень удобно. 18, 19, 21, 23, 25. То есть каждый нечетный ряд, я даже могу не смотреть на листик, и каждый нечетный ряд делаю убавку до конца вязания. Сейчас у меня 18 ряд. Следующая серая ниточка у меня будет на 23 ряду. Поэтому 18, 19. Убавка. 20, 21. Двадцать два, 23-я паутинка. В общем-то сложного ничего, если вы на ряду вашего вязания распишите каждое свое действие, вы не потеряетесь в вязании, все будет нормально. Если вы будете в разных местах делать отметочки, вы, конечно, можете запутаться и навязать не совсем того, что вам хотелось. Так, 23-й мы делаем и смену нити, и убавку. Четвертый, 25-й убавка. Двадцать восьмой паутинка. Вынимаю нить из нитеводителя, зацепляю ее за машину, забираю грузики предыдущей серой ниточки, вставляю в нитеводитель один ряд. Можно было, конечно, вставлять эту серую нить и делать протяжки, они бы все ушли внутрь, разницы абсолютно никакой. Что так бы вы делали, что отрезаю, как хотите. 29 убавка. 20, мы уже почти закончили деталь.
29, 30, 31 у бабка. Два, 33 и у бабка, и паутинка. Паутинки можно рисовать реже, можно чаще, можно в два ряда, но они тогда будут очень толстые. Зато нить каретка все время будет возвращаться на место, и у вас не будет проблем с переводами. На моей машине это удобно делать, потому что подняли крышку, она просто проехала, не трогая счетчик. Если у вас другой принцип, то может быть немножко сложнее. Так, и убавка сразу. Если у вас ручной прокладкой машина со счетчиком, который не переводится, вы можете вот здесь же на ряду добавить себе плюс один ряд на перевод каретки. И тогда вы точно не запутаетесь. То есть пишите 33 ряд у вас провязывание серой ниткой, 34 ряд перевод каретки, 35 ряд пойдет уже серый. То есть вы после этого просто добавляете себе лишний ряд. Так, сделаю убавку 33, 34, 35 убавка. Закончили вязание, закрываем простейшей косичкой. Деталька готова. Еще таких нужно 4 штучки. Ну, видите, вяжется все достаточно просто, рассчитывается тоже. Самое главное правильно все это нарисовать. Наша деталь. Сейчас она вырежется, вот они паутинки. Видите, если делать два ряда, будет совсем толсто. Вот будет уже не паутинка, а такая паутинище. Вот то, что у нас получилось. Метки очень важно. Вот эти все ниточки можно зашивать, а можно будет и не зашивать, когда мы сошьем детали, они так никуда не денутся. Еще 4 детальки. Расписываем центральную часть. Вот, вот этот пятиугольник наш, вот он, я его четко перевела на клеточки. И у меня получается основание 3,5 сантиметра. Считаем, сколько это в петлях. 3,5 умножить на 2,67. Так, 3,5 на 2,67. 9 петель. Вот у нас будет 10. 5,5 сантиметров общая длина точки до точки, это 20 рядов, вот они расписаны. И смотрим, набрали 10 петель за 3,5 сантиметра, это 3,64, за 12, за 13 рядов мы должны добавить 1,1 сантиметра, 3 петли. Так, за 13 рядов плюс 3 петли. За остальные, сколько там, 6 рядов, мне нужно вычесть половину, то есть сколько у меня там добавлено, 6. Считаем, сколько здесь, 3 сантиметра, а ну это не отмечено, 3 сантиметра умножить на 2,67, 8, минус 8, значит всего 16. Всего от точки до точки. Итого, не нужно начало, то есть мы набираем 10 петель. За 13 рядов добавляем по 3 петли с каждой стороны. И потом за 6 рядов убираем все в ноль.
Убираем, сколько там есть, вот там по 8 петель получается. Потому что 5 плюс 3, 8, 5 плюс 3, 8, да. Что же можно было не считать. За 6 рядов. Одна деталь, я ее вяжу коричневым цветом. Обычные убавки-прибавки, здесь ни частичного вязания, ни введения никаких дополнительных цветных рядов, поэтому эта деталь вяжется просто. Еще раз, набрали 10 петель. Так, ну в каком ряду? Последним можно не делать убавку, последним, вот здесь вот где-нибудь последняя прибавка, вот здесь вот первая убавка. Первая прибавка у нас пойдет ну, вот так вот. В самом первом ряду не надо, последним не надо тоже, чтобы вот здесь была какая-то часть. Вот здесь обязательно поставьте метку. Вот я вам даже жирненько обведу. Это значение веревочки. На углу, где у вас будет наибольшее количество петель, на 13 ряду, когда провяжете, поставьте метки. Итак, делайте прибавки. И дальше 8, так, 8 убавок мне нужно за 6 рядов. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Все. Даже придумывать ничего не надо. Как легло, так легло. Убавки делаем через ряд. В данном случае, когда у нас количество превышает одну убавку, когда я не могу ее просто декером убрать, я ее буду просто закрывать косичкой. Все. Либо частичным вязанием, как мы делали зеленые детали, либо просто закрываете косичкой, и мы берем в шов все эти ступеньки. Поэтому делайте вот эту детальку. И будем с вами уже соединять наше верхнее полотно. Вот что у нас получилось. После того, как мы провязали все детали. Серединка, паутинка на голубом фоне и зеленые вставочки. Все по размеру совпало. Кружок идеально складывается. Отличная задача. Теперь все это сшить. Сначала рекомендую соединять голубые детали между собой, вот по тем меркам, которые у нас есть. От точки верхней до метки, которую мы с вами делали. Как сшивать, вообще без разницы, иглой, на машине, крючком, вот как хотите. Самая главная задача соединить паутинку. У нас совершенно четко паутина идет, вот с того места, где она у нас должна идти. Раз, два, три, четыре паутинки у нас должно идеально совпадать. Две уходят в зеленый цветочек. Все остальное вот так вот четко совпадает. Здесь оно четко совпадает здесь. То есть, поскольку мы выверяли ряды, где будем ее провязывать, все абсолютно совпадает. Поэтому складывайте лицом к лицу детали, сшиваете сначала синие детали, потом внутрь сшиваем паучка, потом вот эти образовавшиеся уголки четко от метки до краешка вшиваем зеленые детали. Еще раз скажу по поводу вшивания, никаких требований нет. Самое главное, чтобы швы были плотные, чтобы они не расходились, не за, на протяжечку, за целый петельный столбик, потому что это набивное изделие, оно не должно быть рыхлым. Зашиваем. Вот я сшиваю паутинку. Видите, она вся четко совпадает. Как я это делаю? Складываю детали лицом к лицу. Вот эти серые ниточки, которые у нас в большом количестве, я их сейчас буду связывать между собой. Итак, серая, серая полоска. Берем ниточку одну, ниточку вторую. Просто связываю узелком. Я стягиваю серые полосочки, и они уже никуда не разойдутся. Серая с одной стороны, серая с другой. Связали. Все. То, что вот эта бахрома кругом валяется, и пусть она будет, она все равно у нас уйдет внутрь, поскольку изделие набивное, и мешать не будет. То есть ни одну нитку я отрезать не буду, пускай они тут и остаются. Больше они нам не помешают. И серые ниточки, вот эти хвосты, предели, потому что они стянули вязание. И теперь я вижу, что четко серая полоска никуда не денется. На всякий случай все-таки подкалываю их по полоскам. Голубая ниточка, беру ее, связываю с основной. И начинаю зашивать крючком.
за петельный столбик. Дохожу до паутинки. Паутину саму не прошиваю, то есть я ее пропускаю между стежками. Вот тогда она идеально ложится ровно друг с другом. Если вы начнете тыкать крючок внутрь самой паутинки, в серый рядочек этот, вот большая вероятность, что вы скривите. А если вы пропустите между стежками серые ряды, одна четко получится ровно, потому что они лягут как продолжение одной линии и другой. Все, остановилась перед серым, серой вставочкой, за серой вставочкой. То есть саму серую линию крючок я не ввожу. Ну, нюансы сшивания, может быть, есть только вот здесь, с полосками. Потому что задача совместить полоски, все остальное как ляжет, так ляжет. Не сильно важно. Ну и последний стежок туда, где у нас нитки разделительные вставлены. Булавки вынимаем. Подтянули. Все. Цветочек готов. Видите, все серые ниточки у нас четко идут одна за другой. Теперь вшиваем вот эти вот уголки. Они обязательно нужны, потому что они нам длину показывают. И вот уголки, уголки, уголки. Все четко ложится. Вшиваем нашего паучка. И вшить уголки зелененькие вы сможете без меня. Тоже крючком. Здесь надо равняться только на краешки, и вот эта вот нитка, которая у нас оставалась в центре, она будет являться центром треугольника. Все очень просто. Вот что у нас получается. Абсолютно ровно. Ровный кружок, как мы его рассчитали. Теперь еще один нюанс. Поскольку это паучок, нам надо сделать выпуклым, объемным. Берем изнанку. Здесь у нас швы. Вывязываем еще один пятиугольник. Вот точно по той же схеме, что мы вязали основание, то есть спинку. Это основание. Можно вязать абсолютно любыми нитками, какие у вас есть в наличии, хоть самыми-самыми бросовыми. И подшиваете вот прям через край, вот к этим швам, чтобы эти швы не попадали наружу. Подколоть по краешку. И вот к этим вот швам, ко всем нашу деталь подшить. Она должна отлично укладываться на вязание, потому что схема вязания одна и та же. Ну, она может быть чуть-чуть побольше, потому что там у нас были с вами все-таки швы, здесь швов нет. Здесь все это уже готовенькое. Подшиваете каждый край к по периметру. Оставляйте небольшое отверстие, набиваем набивкой и дошиваем. То есть мы с вами закрываем вот эту вот деталь. То есть делаем такой как бы карман. Паука набиваем отдельно, чтобы он был объемный, такой жесткий и выпуклый. Еще раз пришиваете по краям к руликам вот этим. К объемным швам, то что вы видите. Набиваете как следует этого паука, чтобы он стоял таким шариком, и зашиваете. Больше мы к нему возвращаться не будем. Ну, вот он получается выпуклый. Видно, что выпуклый. Этого мало. Набиваем еще максимально. Максимально, максимально. Потому что чем более набит, тем интереснее будет в итоге смотреться. Ну, с изнанки у меня получается достаточно мягкое полотно, а сам паук связан из шерсти, которая более жесткая, поэтому с выпуклостью тут у нас могут быть проблемы, но с другой стороны, когда мы закончим подушку, мы просто обошьем ее по краешку, по контуру паука, и он у нас будет вот такой вот торчащий шариком. Поэтому
задача набить как можно больше. Набиваю набивкой подушечной. Вот как буду подушку набивать, тем же самым набиваю паучка. Как можно больше, как можно плотнее. Достаточно много пошло сюда материала набивочного. Вот. Когда мы его обошьем по контуру, он будет вот стоять вот такой вот капелькой объемной. Больше уже просто физически не влезает. Значит, зашиваем все, что влезло. Сколько влезло, столько влезло. Все. На самом деле можно было хоть квадратик связать, главное по контуру дошить. Разницы никакой бы не было. Вот такой объем придался нашему паучку. Видно, что он объемнее, чем полотно. Следующим этапом мы с вами определяемся с боковой частью. Берем метровую ленту, либо формулу 2πr квадрат, по радиусу определяем длину окружности, или вот так вот просто смотрим, сколько у нас, какое количество сантиметров нам надо провязать. У меня 80 сантиметров длина окружности. То есть полоса, которую я должна обвести мою подушку, 80 сантиметров. Ну и ширина 4. Больше делать не буду. Итого мне нужно провязать длинную полосу. 4 сантиметра шириной, 80 сантиметров длиной. Вдоль поперек как хотите, но я буду вязать 15 сантиметров количество петель. 4 сантиметра количество петель. 4 умножить на 2, 67. 10. 12 петель я возьму, и 80 умножить на 3, 64, 291, почти 300 рядов мне нужно провязать, 290 рядов на 12 петель. Провязываем самое главное, когда мы вяжем такую длинную узкую деталь, не делайте оттяжку, держите рукой, если у вас машина с нитеводом, то есть не вешайте оттяжки, рукой придерживайте деталь, тогда у вас не будет сильно оттянуто, растянуто полотно, оно будет практически естественной ширины. И не забудьте, что и сверху, и начинаем, заканчиваем открытыми петлями, потому что если будут излишки, мы распустим лишнее, а все, что у нас останется, пришьем и закроем, сошьем горизонтальным трикотажным швом, чтобы у нас шва не было вообще. Итак, вяжем полотно 12 петель на 290 рядов зеленым цветом. Провязали, примеряем, что она нам подходит по кругу, вот эти 80 сантиметров, все нормально укладывается, зашиваем. Оставляете хвостик с одной стороны и вставляем иглу. Самое главное, не перекрутить нигде нашу деталь, чтобы она четко, видите, легла без перекрутов. Если перекрутится, придется переделывать. Закладываем внутрь вспомогательные нитки лицом к лицу. Подтяните полотно, у вас откроются петли, вот они, их отлично видно. И начинаем зашивать. Начинаем со стороны противоположной той, у которой находится рабочая нить. Вставляем иглу в первую петлю, выходим из второй. Вставляем иглу в ту петлю, из которой только что выходили, с другой стороны, и выходим из третьей. Подтянули. Вставляем петлю иглу во вторую петлю правой стороны, выходим из третьей. Главное подтягивать нить до того размера, чтобы она соответствовала петлям провязанной машины.
полностью. Таким образом быстренько зашиваете шов. Все отлично видно, если вы использовали катушку. После того, как вы зашиваете этот шов, катушечную нить просто выдергиваете, вспомогательная нитка, а отваливается, отходит само собой. И можно пришивать деталь. Причем не важно каким краем, потому что края при такой отделке края просто нет. Это круглое полотно. Зашиваете это все достаточно быстро и при небольшом навыке очень аккуратно. Зашили по поводу вспомогательных ниток. Так, вот это все лишнее не дает мне вытащить нить. Вспомогательная нитка. Вытаскиваете катушечную. У вас отходит вспомогательная. Вы вытаскиваете катушечную с другой стороны. У вас отходит вторая вспомогательная. Шва как такового нет. Ну, его сейчас видно, потому что мы его зашили. Его можно еще раз отпарить, его просто не будет видно. Так, теперь мы берем нашу деталь, накладываем лицом к лицу с бортиком, так, чтобы у нас внутренний край оставался внутри, он же будет наверх. Сверху мы будем надевать еще одну деталь. Прикалываем и пришиваем. Выравниваете по полотну, так, чтобы равномерно было. И пришиваете. Можно предварительно связать еще одну деталь. На самом деле ее вязать по-любому нужно. Можно сейчас ее измерить и связать. Можно сначала пришить бортик, потом связать. Что за деталь? Донышко. У нас есть размер подушки. Поэтому донышко, которое мы с вами вяжем, это обычный квадрат. Собственно, любого цвета. У меня он чуть-чуть поярче, чем наше небо. И квадрат должен превышать размеры нашей подушки. Немножко. Больше можно, меньше нельзя, потому что мы по контуру пришьем, у нас будет круглое основание. Поэтому нам сейчас еще одна деталь, квадрат, который больше нашей подушки, чуть-чуть, вот видите, вот чуть-чуть по краешкам. И пришиваем деталь. Пришивать еще раз все равно как, вообще все равно, иголкой, на машинке, ну только не на швейной, на вязальной машине, крючком, вот как хотите. Учитывая, что полотно, в общем-то, соответствует длине, прикололи, пришили по краю, так, чтобы внутренняя часть смотрела наверх, потому что, когда мы вывернем, нам важно, чтобы мы могли пришить донышко. После пришивания бортика у нас получается вот такая конструкция. По бокам бортик, в середине мощная такая паучок, паутинка, все. Задача теперь пришить основание. Берем основание лицом кверху, изнанкой кверху, то есть лицом к лицу складываем наши заготовки. И вот, всю эту бахрому убирать не обязательно, потому что она уйдет внутрь и будет заодно являться набивкой. Берем булавки. В принципе, если у вас ровненько круг улегся, а я думаю, что он улегся ровненько, потому что подушка связана по кругу, и вот этот бортик не мешает. Смотрите, наша задача сейчас пристегнуть бортик так, чтобы он четко у нас лег на место. Поэтому вот борт немножко подкалываем и закрепляем. Борт подкалываем. Видите, мы его подбираем внутрь, вот складываю пополам и по краям прикладываю его к нашей заготовке. Таким образом у меня четко укладывается круг,
и я смогу его пришить по краю, не делая никаких дополнительных меток. Потому что сама заготовка совершенно круглая. Мне осталось только подправить бортик. И он у нас никуда не денется при таком варианте. На самом деле, если у вас есть какой-то другой вариант пришивания, пришивайте так, как вам удобно. Наша задача сейчас пришить борт. Вот за край бортика пришиваете к основному, вот этому квадрату большому, к основанию. И не забудьте оставить небольшое расстояние для выворачивания, потому что после того, как мы вывернем, мы должны будем нашу подушку набить. Для этого нам нужно отверстие технологическое. Поэтому зашивайте не до конца, оставьте отверстие. Вот таким вот образом мы все это быстренько закрываем и пришиваем. Я буду пришивать крючком, точно так же, как сшивала все части. Можно было на самом деле сделать по-другому. Взять, обвести круг и, прикладывая деталь к окружности, уже зашивать. Но я не стала это делать просто потому, что у меня и так круг четко очерченный вот этой вот деталью. И лишние круги на лице я рисовать не стала, хотя можно было так и сделать. Так, все, вот здесь вот я оставлю для технологического зашивания. И беру нить цвета основания, беру крючок и начинаю пришивать. Можно, конечно, с этой стороны, как удобно, слева, справа, вот как хотите. Самое главное брать полный петельный столбик. Ниточку можно оставить подлиннее, ею же мы и зашьем этот хвостик, либо оставим нитку, когда закончим. И поехали зашивать. Крючком, либо иголкой, либо еще какими-то другими способами вообще, неважно. Самое главное зашить плотненько. После того, как зашили практически до конца, выворачиваете полотно, набиваете его набивочным материалом и зашиваете технологическое отверстие. Только после этого мы с вами сможем продолжить оформлять наше изделие. Так вот по краю пойдет шов. Зашиваете по кругу. Не забудьте про отверстие. Сшили, вывернули, набили. Вот наша подушка. Она имеет такой полукруглый выпуклый вид. Теперь нам надо ее простегать. Простегивать будем по всем швам. Вот по каждому лепесточку и вдоль паучка. Вот по центру и по залому. То есть по швам каждого лепесточка. Как это делать? Ну, по крайней мере, я так делаю. Может быть, вам как-то удобнее. Берем что-нибудь длинненькое, какую-нибудь проволочку. У меня это два коромысла. Вставляем в одно основание, стараясь сделать это вертикально. Вставляем в одну часть, вставляем во вторую. Старайтесь вертикально это делать. Опустили, нажали. Вот отсюда до сюда у нас пойдет с вами растяжка. Из точки до точки поставили шарики. Вот от шарика до шарика. Вторая. Опустили вертикально вниз. Опустили вертикально вниз. Нажали. Вот у нас отсюда пойдет. Вот от шарика.
до шарика. Одна линия, вторая линия и так далее. То есть определяете со всеми... Ой, пристегнула. Через... И так далее определяетесь со всеми линиями сразу, либо определяетесь постепенно. Зашили одну, повернули, зашили другую. Видите, вот наш паучок, он постепенно проявляется. Раз, два, три. Вот от точки входа в булавки до точки входа в булавки. И так далее. И берем иглу, какую-нибудь самую большую. Можно взять тоже коромысло, потому что достаточно много надо прошивать. И простегиваем от одной точки до другой. Чем мы будем простегивать? Я думаю, что серым, потому что паутинка у нас серая, и простегивать мы будем серыми ниточками. Делайте простежки, просто прошиваете насквозь в одну сторону, потом возвращайте в другую. Вас главное, самое главное, выдерживать расстояние. То есть мы должны немножко выпуклыми сделать наши части паутинки вот так вот. И самое главное сделать выпуклого паучка. И получится вот такие вот цветочки. И в то же время мы придадим не только рельефность нашей подушке, но и сохраним ее плоскость, потому что иначе она попытается надуться как шарик. Мы ей этого не дадим, мы сейчас ее простегаем. Можно простегать и уголки, если есть такое желание. Ну, покажу буквально пару стежков, как я делаю. Нить примерно сантиметр. Выхожу на изнанку и смотрю, где здесь. От направления от входа булавки до входа булавки. Примерно сантиметр. Подтянули. Половина расстояния до входа булавки здесь, половина здесь, тот же сантиметр. Подтянули, ухожу в край. Раз, к булавке. Подтянули. Вот у меня простеганное полотно получается. Теперь оно ни при каких обстоятельствах не надуется, не превратится в мячик. И идем обратно по этим же стежкам. Самое главное не сбиваться с направления и входить туда, откуда вы выходили. И само собой подтягивать ниточку так, чтобы расстояние было одинаковое. Вот набивка наша. Точно так же можно простегать паучка. Но тут проще, тут уже никаких булавок не нужно. Потому что у нас уже есть... Сейчас доделаю эту часть. У нас уже есть мерки. Так, и выходим. Вот они, вот эти вот точки. По ним мы можем отлично простегать и паучка. Тогда он будет еще более рельефен. Точно так же я это делаю коромыслом, можно длинной иглой. Простегиваете центр. У вас изнанки получается такая достаточно тоже рельефная фактура. Можно его простегать поплотнее, чтобы он более объемный был еще. Подушку можно разбавить такой имитацией цветочков, просто обшить края. Если вы боитесь, что не сделаете ровно, втыкаете булавки по одному краю, по второму и прошиваете в одну сторону. Потом вынимаете булавки. Булавки являются мерками. И прошиваете обратно.
такими стежками. Это как вариант, на самом деле цветочки можно оформить и по-другому. Но посмотрев разные варианты, мы решили, что это самый лучший, потому что он не утяжеляет нашу подушку. На ней реально можно сидеть, не будет никаких тяжелых элементов. Ну и обратно такие же стежки. Они, поскольку прошиты, не будут вытягиваться, если не задевать их. Но опять же, стежки, либо отделка цветочками, может быть любая. Мы здесь применяем самую простую отделку, только для того, чтобы немножко разбавить синий цвет. И сейчас нам останется только оформить самого паучка. Ниточки завязать и убрать. Все, теперь приступаем к середине, то есть к оформлению самого центра, центра подушки. Итак, у меня есть направляющий, вот направление вязания. Это значит, что уголок будет верхушкой, и понятное дело, что глазки у нас будут находиться на верхушке. Логично. Вот они, глазки. И посмотрев количество ног паучка, мы выяснили, что их 8. То есть с каждой стороны у него по 4 лапки. Лапка 1, 2, лапка 3, лапка 4. С одной стороны и точно так же. 1, 2, 3, 4. Как оформляем лапки? Берем... Мы решили сделать цвет, соответствующий основанию, яркие лапы. Можно серый, но серый, я думаю, будет очень мрачно. Потом берем яркие лапки. И дальше вы можете косичкой, вы можете связать лапки отдельно, пришить их. Вы можете вышить лапки иголкой назад или иголкой вперед, как угодно. То есть оформление лапок может быть абсолютно любым. То есть берем, смотрим, какой длины у нас лапки должны быть, и, наверное, даже это длинные. Не длинные лапки, немножко под углом их укладываем от паучка. 1, 2, 3, 4. И получается у нас вот такая вот конструкция. Передний вперед, задний назад. Пришиваем как угодно. То есть задние лапки назад, передний вперед и средние раскладываем посередине. Желательно, чтобы они касались паутинки. Оформляем ножки паучку. 8 лапок, 4 с одной, 4 с другой. Ни одна лапка осталась. Нитка. Можно было сделать и рыженькие лапки, как тельце. Так, выводим нить. Ой. Там, где у нас была бы лапка, где мы выяснили, что будет лапа. И начинаю делать петли. Создаю петлю. Можно делать крючком, можно просто ручками, руками. Так, и смотрю, как я хочу, чтобы шла лапа. Так, она пойдет, вот если брать по аналогии с одним краем, по прямой. Так, я сделала 4 стежка, теперь надо захватить. Полотно. И продолжаю делать петли по прямой. Дошла до прямого полотна, еще раз прихватываю петлю
продолжаю делать петли. Так. Теперь у меня лапа сгибается и доходит до второго ряда паутины. Опять захватываю петлю, чтобы оформить изгиб, и заканчиваю. Раз, два, три, четыре. Паутину, так, на пять. Да. Уложили лапку. И можно прошить, чтобы выровнять лапу и заодно ее полностью пришить к полотну. Лапы сделали, можно оформить немножко спину вышивкой для того, чтобы логично синий цвет вплетался в нашего паучка. И глазки. Глазки можно бусинками, можно черными ниточками. Ну вот пример быстренького оформления нашего паучка. Улыбочка, немножко синих рисок на спинке, чтобы с лапками соединить. В принципе, можно было сделать рыжие лапки, и тогда паучок был бы весь рыженький, был бы, может быть, немножко по-другому он посмотрелся. Так он у нас с голубыми лапками, голубое донышко, паутинка, имитация цветочков по краям зеленого полотна. Подушка получилась веселой, необычной. Если ножки делать не голубые, а рыжие, в цвет паучка, получается более ярко, более насыщенно. Если вам нравится такой вариант, выполняйте лапки цветом центральной детали тела паучка. Если вы хотите более спокойный вариант, то лапки можно сделать менее заметными. Подушка у нас получилась. Я надеюсь, что она будет радовать вас и ваших близких.